Намасте, дорогие искатели внутренней мудрости и безграничного изобилия. Я Ольга Скляр. Приглашаю вас отправиться в преобразующее путешествие самопознания и проявления. Эта медитативная практика предназначена для того, чтобы помочь вам использовать космические энергии, которые пронизывают Вселенную, открывая путь к исполнению самых сокровенных желаний вашего сердца. Найдите удобное положение, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. На вдохе представьте, как ваше тело наполняется сияющим светом. С каждым выдохом отпускайте напряжение, негатив и отвлекающие факторы. Сосредоточьтесь на своей связи с Землей. Почувствуйте точки соприкосновения между вашим телом и поверхностью под вами. Визуализируйте корни, отходящие от вашего тела, глубоко проникающие в землю, заземляющие и стабилизирующие вас. Представьте светящуюся золотую нить, протянувшуюся от макушки вашей головы к центру Земли. Этот шнур символизирует вашу связь с универсальной жизненной силой, позволяя вам получить доступ к ее бесконечному потенциалу. Направьте свое внимание на корневую чакру, расположенную у основания позвоночника. Визуализируйте яркий красный свет, исходящий из этого энергетического центра. Заземляющий и защищающий вас. Двигайтесь вверх к сакральной чакре, представляя теплый оранжевый свет, сияющий творчеством и страстью. Продолжайте выравнивать каждую чакру, сосредотачиваясь на цветах и энергетических центрах.
солнечное сплетение с его золотисто-желтым светом личной силы. Сердечная чакра с ее сияющим зеленым светом любви и сострадания. Горловая чакра с ее успокаивающим голубым светом общения и самовыражения. Третий глаз с его индиго светом интуиции и мудрости. И, наконец, коронная чакра с ее фиолетовым светом, соединяющая вас с Божественным. Сбалансировав и выровняв свои чакры, вспомните о своем самом сокровенном желании. Может относиться к личностному росту, отношениям, карьере или любому другому аспекту вашей жизни. Визуализируйте это желание с ясностью и подробностями, как будто оно уже осуществилось. Thank you.
Позвольте себе испытать эмоции, сопровождающие исполнение этого желания. Погрузившись в ощущение радости, довольства и удовлетворения. Почувствуйте, как энергия вашего желания проходит через все ваше существо. Теперь представьте свое желание как сияющую сферу света. Пульсирующую энергией вашего намерения. Когда вы вдыхаете, представьте, что эта сфера расширяется, посылая волны энергии во Вселенную. С
каждым выдохом безмолвно повторяйте: я доверяю мудрости Вселенной и открыт для получения благословений, предназначенных для меня. Отпустите любую привязанность к результату, позволив космическим силам работать в гармонии с вашими намерениями, согласовывая обстоятельства и возможности для проявления вашего желания. Медленно верните свое осознание обратно в физическое тело. Почувствуйте энергию заземления, которая соединяет вас с землей, и золотую нить, связывающую вас с универсальной жизненной силой. Сделайте несколько глубоких вдохов, и когда почувствуете, что готовы, осторожно откройте глаза. В течение дня носите с собой чувство гармонии, доверия и открытости, зная, что исполнение вашего желания находится в пределах вашей досягаемости. Отправляйтесь в путешествие с открытым сердцем и безмятежным разумом, когда вы идете по пути, ведущему к исполнению желаний.